является 100% управляемой. Вообще, Dongwu, заходя на рынок, на новый, строила сеть с нуля, в отличие от большинства компаний федеральных крупных, которые покупали какие-то существующие сети и потом модернизировали их до каких-то там более-менее вменяемых технологий. Dongwu строил сеть всю с нуля, соответственно, вся сеть построена по одной целевой концепции и обладает достаточно хорошими характеристиками как по управляемости, так и по надежности. Сеть у нас мониторится, порядка 6,5 миллионов проверок осуществляется каждые 5 минут. По среднему времени устранения неполадок на сети, это порядка 30 минут, аварийные ситуации, которые требуют выезда на место, в течение 2 часов устраняются. Техническая поддержка, ну, не знаю, пользовались, нет, работает 24/7, если необходимо вдруг. Но по качеству услуг могу сказать следующее, что у нас норматив по качеству услуг, перерыв для клиента может составлять максимум 15 минут в месяц. Это максимум. У нас, ну, по состоянию на прошлый месяц у нас, по-моему, там 10 с чем-то было, 10 минут. В основном перерывы связаны с отключением электропитания. Большую часть отключений пользователи даже не замечают, потому что у них в это время света нет дома. Выходы из строя оборудования тоже случаются, но надежность сети, построение, схема построения такова, вот Илья нам подробно расскажет более, что пользователи чаще всего такие проблемы не замечают. То есть в этом плане услуга предоставляется без перерыва. Ну, собственно, о чем я говорил, то есть этому способствует кольцевое резервирование. У нас магистральная сеть по городу, которая идет, она находится в кольце при обрыве кабеля в любой точке, соответственно, у нас услуга предоставляется. И по кварталам, по районам города также аналогично построены кольцевые магистрали оптические, которые позволяют обеспечить как высокую скорость, до каждого дома идет 1 гигабит по сети передачи данных, так и надежное резервирование при обрыве кабеля пользователи не замечают. То есть порядка 95% аварий, которые происходят на сети, для абонентов они незаметны.